Сегодня уже можно подводить итоги Олимпийских игр, и если, конечно, мы понимаем, что мы не достигли тех результатов, которые мы перед собой ставили, но, тем не менее, я испытываю удовлетворение от проделанной работы. Оглядываясь назад, мы понимаем, что отдавались каждый день, и в тех условиях, в которых мы находились, наверное, сложно было бы ожидать чего-то большего от наших спортсменов. Поэтому сегодня мы смотрим вперед, смотрим в будущее, сожалеем о том, что наши ребята все-таки не смогут выступить на трех заключительных этапах Кубка мира, что, конечно, было бы очень важно для китайской команды, для китайского биатлона, для дальнейшего развития. Но некоторые организационные моменты, которые, к сожалению, не удалось подготовить руководителям нашей команды, но, тем не менее, смотрим с позитивом в будущее, удовлетворены проделанной работой и хотим и дальше пожелать полномерного развития всему китайскому биатлону, ну и вообще, естественно, всему биатлону мировому. Что касается результатов белорусской олимпийской сборной в целом, да, наверное, это, может быть, не те результаты, которых от команды ожидали болельщики, но, тем не менее, хочу отметить, что за цифрами важно видеть и другие вещи, важно видеть потенциал команды, важно, конечно, провести грамотный анализ. И хочу отметить наших медалистов, которые завоевали медали. Хочу сказать, что это было достижение и для Ани Гуськовой, и для Антона Смольского. Аня вообще пошла на невероятный риск, совершив прыжок, который не исполняла 4 года. И это, ну, просто огромная храбрость, огромная сила воли к победе. И хочу сказать, что это серебро, да, это большая победа. Также Антон Смольский, это, безусловно, это большущее достижение для него самого, для всей биатлонной команды, потому что в таких непростых условиях тоже справиться со всеми природными тут катаклизмами, пройти все 4 рубежа, отстрелять чисто, это, конечно же, огромная сила характера, сила воли тоже, и, ну, тоже каждая из этих серебряных медалей, она равна победе. Победа для каждого из этих спортсменов и для их команд. Есть и спортсмены, которые расстроились по итогам Олимпиады, и, возможно, может быть, слишком высокие ожидания от себя самих не позволили здесь взойти на пьедестал, но, опять же, хочу отметить, что важно за этими цифрами, за этими выступлениями видеть потенциал команды, важно видеть прогресс команды. И, конечно же, я уверена, что на следующих трех этапах Кубка мира они еще покажут себя, покажут всю свою силу, силу воли, силу борьбы. Так что желаю всем ребятам удачи, успехов на заключительных этапах. Что касается всего проведения Олимпийских игр, мне кажется, что игры состоялись и были проведены на высочайшем уровне, и тем более вот в ситуации, в той, в которой находится сегодня мир, в ситуации пандемии, ну, на мой взгляд, наверное, только Китай справился бы с такой задачей. Я думаю, что большинство выступающих здесь спортсменов, сопровождающих команд, все-таки вернется домой с позитивными впечатлениями. И хочу сказать, что игры, наверное, все-таки, да, прошли на высшем уровне.